Господин президент, благодарю вас за такую откровенность. Действительно, наша встреча очень важна. От нее зависит во многом, какой вектор приобретут наши отношения. Вы очень правильно сказали, что мы находимся с точки зрения наших соседей в одинаковом положении. И нам надо воспользоваться этим положением, опять же, с точки зрения экономики. Вы только что сказали, что посещали Беларусь в качестве министра. Я приглашаю вас в любое удобное для вас время приехать в Беларусь уже президентом, для того, чтобы более глубоко ознакомиться с теми направлениями развития нашего государства и экономики. Вы затронули вопрос создания производства молока, переработки молока. Мы готовы этот опыт передать Монголии, готовы, в случае, если мы договоримся, построить у вас, как вы сказали, такой же кластер по производству и переработке молока. Тем более, что я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях. Вы знаете наши возможности, примерно знаете наши возможности по производству машиностроительной продукции, сельскохозяйственной в частности, коммунальной. Если вас будет это интересовать, в том числе известной для вас продукции карьерных самосвалов большой и средней грузоподъемности, автобусов, мы готовы вам это продемонстрировать в Беларуси, если вас заинтересует новая техника, которую мы создаем. Мы готовы с вами торговать ею, но не только. Мы готовы также к тому, чтобы на территории Монголии создавать совместное предприятие по производству подобной техники.